Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 20 по 26 апреля. 20 апреля в единую диспетчерскую службу района поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Строителей 58 взорвался газ. К месту сообщения были направлены все экстренные оперативные службы. Вследствие проверки вызов оказался ложным. С 21 на 22 апреля в село Оми произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное повреждением провода на опоре номер 254. В результате электроэнергия не подавалась во все дома населенного пункта. 21 апреля произошел сбой в работе междугороднего пассажирского автотранспорта, связанный с воздействием опасных метеорологических явлений. Не осуществлялись междугородные перевозки по маршрутам номер 300 Амурск-Хабаровск. 24 апреля автотранспортное сообщение восстановлено. В 23 часа автобус вышел на линию. Номер 225 Амурск-Вознесенская. В 8 утра 24 апреля автотранспортное сообщение восстановлено. 25 апреля в городе Амурске в единую диспетчерскую службу района обратился медицинский работник приемного покоя Амурской центральной районной больницы с просьбой снять кольцо с пальца у пациента 2005 года рождения. Силами поисково-спасательного отряда кольцо было снято. Пожары в поселениях. 22 апреля в городе Амурске в квартире по проспекту Комсомольский 11 произошло подгорание пищевых продуктов. 27 апреля в городе Амурске в квартире по проспекту Строителей 24 произошло загорание домашних вещей на площади 3 квадратных метра. Погибла женщина 1947 года рождения. 27 апреля в поселке Ильбан в квартире по адресу 1 микрорайон 25 произошло загорание дивана на площади 2 квадратных метра. В поселениях района произошло пожаров и загораний, 3 из них в городе Амурске, 2 в поселке Ильбан-1. Пожары ликвидированы силами противопожарной службы.